are you? Fine, how are you? Математику затем учить следует, что она ум в порядок приводит. Вот в ЛТИ, которому я употребляю нашу старую аббревиатуру, всегда считали математику основой основ инженерной подготовки. Как надо трансформировать математику? Тут два направления. Первое – это менять надо содержание и разделы, поскольку изменилась жизнь, изменились приложения, и в области информационных технологий быстро все меняется. А второе – это как бы сделать так, чтобы студенты были мотивированы изучать, чтобы они понимали на ранних этапах, что математика им нужна в их профессиональной деятельности. Вот по этим двум направлениям мы сейчас будем двигаться. Выясняется, что вот мы немножко больше делаем уклон в такую теоретическую часть, ну, как выразился Меркат из Франции, профессор. Говорим о теоремах и в меньшей степени фокусируем внимание студентов на приложениях. Нам на это надо обратить внимание. Я уверен, что вот участники конференции имеют, несомненно, какой-то свой личный опыт и опыт работы в вузах европейских и других стран. И вот это все вместе в сочетании, мне кажется, может позволить нам найти какие-то новые интересные пути и по этим путям двигаться, развивая все то, что может быть здесь рождено. Я думаю, что наша конференция сегодняшняя первая обсудит многие вопросы развития математического образования в технических вузах. Вот как ни странно, вроде бы математика одна из самых старейших наук человечества, тем не менее удивляет нас своими направлениями развития, постоянно развивается. Математика развивается, я даже хочу больше. Сейчас идет большой проект, он в 2014 году стартовал, по созданию мировой библиотеки математических артефактов, цифровой библиотеки. И все математики объединились для того, чтобы наполнить эту библиотеку уже доказанными и проверенными фактами. Это важнейшая работа, к которой мы можем подключиться.